16-летняя школьница из Вышнего Волочка прославилась своим героическим поступком на всю страну. Избежать несчастного случая на новогодние праздники удалось благодаря отважным действиям Лизы Шестовой. Она спасла тонущих детей в Санкт-Петербурге. Девушку встретили в родном городе. Подробности у Глеба Смолькова. На железнодорожном вокзале Вышнего Волочка готовится к встрече отважной Лизы Шестовой. И вот момент настал. Не знаю, я здесь. Из поезда выходит скромная молодая девушка. Именно она помогла двум мальчикам выжить в холодной воде. Произошло все в Красносельском районе Петербурга 6 января, когда Лиза со своей сестрой гуляла по набережной. Мы шли по мосту, и тут мы услышали какое-то пищание. Сначала мы не поняли, секунд 5 еще постояли, потом мы разобрали слово «помогите». Ну, то есть я пошла, заглянула под мост, увидела там в воде двух мальчиков. Я отдала младшей сестре свой телефон, чтобы она звонила старшей, чтобы та уже вызывала помощь какую-то, и сказала младшей не подходить и звать прохожих на помощь. Я сама спустилась к мальчикам, ну, как бы и пыталась помогать им держаться на плаву. На помощь детям быстро подоспели взрослые. Мама Лизы узнала о произошедшем после. Самое первое — это были слезы. Потом была гордость, потом было волнение. Гордятся своей воспитанницей и в Вышневолоцкой гимназии номер 2. Это девочка, на которую всегда можно положиться. Если я что-то попросила, либо одноклассники, она очень отзывчивая, и она это сделает. Ее классный руководитель рассказывает, что девушка увлекается химией и биологией и мечтает стать врачом. За спасение детей девушку наградили почетной грамотой Всероссийского общества спасения на водах. А этот случай еще раз напоминает о правилах поведения на водоемах. Будьте осторожны.